С появлением детей мы с моей подругой Ксюхой видимся редко, но метко. Маринка! Ну чё, как ты? Все отлично, телефон сел, надо на зарядку поставить. Пойдем. Пойдем. Помоги комод отодвинуть. А зачем комод двигать-то? Так там розетка. Понимаешь же, ребенок маленький, розетки прятать приходится. Вот ремонт сделаем, вообще их под потолок будем лепить, чтоб ребенок не достал. Конечно, можно все розетки в доме мебелью заставить. Ребенок точно не достанет. А как же пользоваться ими в течение дня? Двигать мебель раз за разом? Нет, это не выход. Я даже заглушки ставила. Не помогает. Эх, Ксюха, розетки под потолком – это неудобно, а заглушки – прошлый век. Нынче розетки снабжены шторками специальными. Открываются они с небольшим усилием и только вместе. Так что кроме вилки туда ничего не затолкаешь. Я вообще-то про другую вилку. А вообще, Ксюха, если вздумала ремонт делать, то розетки и выключатели подбери в цвет к новым обоям. Я же это на отпуск копить начала. Экономлю на всем. Кстати, а ты что свет-то в ванной не выключила? Походу, Ксения моя решила киловатты экономить. И нечего удивляться, это реально. Хоть лампы накаливания более привычны, люминесцентные лампы тянут в 8 раз меньше энергии и горят 8, а то и 10 тысяч часов. Не может быть! Может, так что без потери привычной освещенности ты, Ксюха, будешь экономить свои денежки. Что, правда? Конечно, правда. И все же, Ксюха, хочешь экономить по полной, бери светодиодные лампы. Только сначала придется вложиться в их стоимость. Пусть они дороже, зато 100% экологичность и 10-кратная экономия энергии тебе обеспечены. И не бойся, что она перегорит. Специалисты говорят, что она будет гореть 30 тысяч часов. Да ну? Да-да, вкрутил лампу и забудь, года на 3, не меньше. Так может светильник взять? Я для него уже место нашла, а? Ну, раз хочется, значит, надо брать. Например, такие вот большие. Да ладно, шучу. Лучше такие. Как раз, Ксения, к твоей мебели подойдут. Еще лампы энергосберегающие туда вкрутишь и все. А во двор можешь вот эти светильники взять. Они вообще без электричества работают. Днем аккумулятор заряжается от солнца, а ночью дарит тебе освещение. В общем... Да будет свет, да? Да. Марина, дежурная по рубрике.